По поручению губернатора Евгения Куйбышева в селе Обуховское под Камышловым к сентябрю пробурят новую скважину и от нее протянут магистральную водопроводную ветку, чтобы на улице Курортной в трех многоквартирных домах появилась чистая питьевая вода. С такой просьбой к главе региона обратился Эдуард Казанский, молодой физрук, бывший детдомовец. Парень отучился в Екатеринбургском колледже и в 2020-м вернулся на малую родину в Обуховское село, где ему, как сироте, выделили квартиру в одном из тех самых домов на Курортной. Вроде бы все хорошо, но есть проблема. Из водопроводных кранов течет бурая вода, из водоподъемной скважины, которая эксплуатируется уже 19 лет. Обсадная колонна в ней разрушилась, и в воду попадают примеси глины. Домашние фильтры никак не помогают, такую воду не то что пить, в ней даже бельишко простернуть проблематично. Цена вопроса около 5 миллионов рублей, 4 миллиона 725 тысяч, доложил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, участвовавший в приеме граждан в онлайн-формате, и уточнил, что нужно сделать, чтобы на улицу Курортную пришла чистая вода. Должна быть пробурена новая скважина, поставлена станция, локальная станция очистки воды и проложен почти 2 километра водовода до жилых домов, которые сейчас построены, которые будут построены. Объем средств приблизительно 4 миллиона 725 тысяч рублей. По поручению губернатора деньги будут выделены из резервного фонда. И чтобы вопрос не застрял в долгих согласованиях, глава региона распорядился внести вопрос по Обуховской скважине на ближайшее заседание областного кабмина. Завтра на заседании правительства будут из резервного фонда деньги выделены. Я прошу вас организовать работу так, чтобы уже в кратчайшие сроки были объявлены аукционы, торги по данной работе. И в этом году, я полагаю, что там к 1 сентябрю необходимо сделать все. Эдуарда Олеговича прошу немножко потерпеть, мы обязательно исправим эту ситуацию.